Житель города Владимира судится с департаментом культуры за то, что его кандидатуру не утвердили на должность директора кукольного театра. В 2015 году Владимир Андрианов решил поучаствовать в конкурсе на замещение вакантной должности. Однако по решению конкурсной комиссии эту должность занял другой человек. Сам Владимир считает, что конкурс провели несправедливо. На заседании комиссии он присутствовал лично и уверен, протокола, на который сейчас ссылается страна-ответчик, не было. Поэтому дело в Октябрьском райсуде состоялось первое заседание. Представитель департамента культуры свою позицию комментировать отказался. В съемке заседания нашей съемочной группе отказали. Что касается несостоявшегося директора, то свое обращение в суд сам Владимир считает вынужденной мерой. На сегодняшний день у меня лежит приглашение на разговор к губернатору, но там сроки зависят от ее занятости. То есть конкретно работодатель мне не отказал, вопрос не закрыт. А департамент и же с ним, нижестоящие, отстраняются. То есть у меня даже конкретного отказа в приеме на работу нет. Вроде бы как-то нет вакансий, а это вранье. Вот что я и доказываю в суде. В театре кукол Владимир Андрианов не чужой человек. Почти 30 лет проработал в нем режиссером, актером и кукловодом. В 2012 году был уволен, как он сам считает, несправедливо. Увольнение обжаловал тоже в суде. Дошел до Верховного, получил отказ. Но не отчаивается. Свою компетентность на должность директора театра кукол намерен доказывать до последнего. Получается, что на сегодняшний момент я хочу, чтобы театр жил и работал как должно. И получается, что должно для театра? Я единственный человек, который, ну, как-то представляет перспективу. Чего я хочу добиться? Просто вернуться в театр и делать театр, работать.